Холодный атмосферный фронт, активизировавшийся в минувшую субботу над центральными областями Европейской России, стал причиной дождей ливневого характера, которые местами сопровождались грозами, градом и шквалистыми усилениями ветра. На территории Ивановской и Владимирской областей, куда фронт подошел практически в период максимального прогрева, он проявил себя максимально ярко. Высокие температурные контрасты, достигавшие во Владимирской области почти 18 градусов, а в Ивановской 13, спровоцировали мощную конвекцию, и высота верхней границы кучево-дождевых облаков достигала 13 километров. В такой ситуации в отдельных районах выпало около 15-18 мм осадков, что составляет до четверти от месячной нормы июня. При этом в Владимирской области, по информации очевидцев, отмечено выпадение града диаметром около 3 см, а в некоторых районах наблюдалась попытка формирования смерча, подтвержденная данными радиолокационных наблюдений. Метеостанции региона зафиксировали усиление ветра в порывах до 17 метров в секунду. Но судя по размерам и количеству упавших деревьев, в некоторых районах скорость ветра была заметно выше. Ветровал отмечен на участке автодороги Владимир-Муром, а также вдоль дороги в Юрьевицком районе Ивановской области. Лето только началось, а некоторые районы центра европейской части нашей страны уже напоминают аллею торнадо.